сколько было президентов в России? Ой, сложный вопрос. Наверное, где-то, может быть, 5? Микрофон стукнул мне, Настя. Давай вспоминать. Наверное, 5, может. Ну вот смотри, сейчас кто? Может, меньше. Сейчас Путин, знаю такого. Кто был до Путина? Путин. До него. Я не помню. Медведев. И вроде еще какие-то двое, но я не помню, честно. Так что не знаю, буду честен. С чем газировочка? Это... Я не люблю снимать этикетки, а так-то... Дюшес. Путин, мы разобрались. Кто был до Путина? Который Ельцин, наверное. 2, 3. Какие? Ну, Ельцин первый президент, потом Путин, ну, еще Медведев был. 3? 3. 3. 3? Сколько городов в России с населением более 2 миллионов? Извините. Отвечай, конечно. Мам, я тебе чуть позже наберу. Потому что занята. Их очень много. Сколько? Много. Так. Ты много где был? Нет, кстати. По России нет. Да и вообще нет. Я вот, про Екатеринбург, все. Че, вопросы такие сложные? 3, 4. Давайте на 4 остановимся. Это, ну, Москва, Питер. Мне кажется, Казань там же и Новосибирск какой-нибудь. А как тебя еще раз зовут? Меня? Да. Ну так-то Павел. А второе имя есть? Да, Гусь. Гусь? Да. Сам себе сделал такое позывное. Ответ твой? 2, 3. Правильный ответ 2. А что, серьезно? А Новосибирск? Сколько лет прошло с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции? Катя, ты физик-ядерщик. Да. Вот вопрос просто для тебя созданный. О боже мой, очень много. Помогай. Да блин, мы тупые, мы не знаем. О, вообще не фанат этой всей истории. 300, может быть. 300? Больше. Я надеюсь, вы это вырежете. Позор такой. Давайте я прочитаю просто готовые ответы и скажу, и вы такие: ты самый умный человек на Земле. Дополнительный вопрос. Что такое АЭС? Это электростанция. Какая? А... 30, 40, 70, 70. 80, 80. Значит, 80... 45 лет. Это ты наугад? Да. Слушай, ну у тебя с интуицией все неплохо, но одну цифру ты перепутал. Я помню, что там 80 какой-то. 35, наверное. Блин, стоп. Ну ты красавчик, я тебе честно скажу. 86. Еще раз? Мама в этом году родилась. 86. 86 год, 35 лет, ты молодец, Андрюх. Ну ты тоже. 86 год. Подожди, ну без 5, 40. Сколько было революций в России в первой половине 20 века? Революции, ну как бы либо 6, либо 12. Я вот это точно не скажу. Историю не любишь? А, не дошли по программе еще. Пока что, по-моему, никто правильно не ответил, никто. В первой половине 20 века революции. Ну так она одна. Нет, почему она одна? Про какую ты говоришь, хорошо? 1917 года. А, одна? Две? Не, больше 2. 3 где-то, плюс-минус. 3, наверное. Я поражаюсь этому человеку. У тебя с интуицией полный порядок, с мозгами тоже, ты молодец. 3. Да. Историю не зря учил, наверное. Вот я не знаю, что... В каком классе? Я 9 закончил. Ты 10 пойдешь? Нет, ну в шарагу. Все, в шарагу? Да. Ё-моё, ну ты чё, блин. Сколько километров в половине экватора? Вот это я прям вообще не знаю, если честно. 120? 130? Километров? Ну да. В час? Ну, наверное, в час. Я даже примерно не знаю. Точная должна быть цифра. Давай плюс-минус 1000. 24 тысячи. В половине экватора. Внимательно, вы близко, но ошиблись. 40 тысяч километров — это полностью экватор, значит, около 20, возможно. Я вообще поражаюсь. Как так? Ты же не знала. Ну, нет. Why? 21 получается. 21. 21 тысяча километров. Ну, я, если сказал, то обязан зачесть.
20 тысяч — это правильный ответ.